британская рок-группа Rolling Stones сделала релиз ранее не выпускавшейся песни «Scarlett». Она была записана еще в 1974 году с участием легендарного гитариста Джимми Пейджа из Led Zeppelin и басиста Рика Греча из группы Blind Faith. «Было здорово найти эти песни и поработать над ними», — сказал Мик Джаггер. «Это замечательно», — отметил Пейдж. Сообщается, что композиция будет включена в повторный релиз альбома 1973 года «God's Head Soup», выход которого запланирован на 4 сентября. Помимо «Scarlett» в трек-лист войдут песни «All the Rage» и «Criss Cross», которые также не слышали поклонники группы. Видеоклип на «Criss Cross» с испанской моделью в главной роли сняла Диана Кунст. Общий тираж альбомов Rolling Stones составляет более 250 миллионов экземпляров. В 1989 году коллектив включили в зал славы рок-н-ролла.